вторая ежегодная блокчейн-конференция пройдет 28 июля 2017 года в Вашингтоне, Д.С. Первая блокчейн-конференция проходила в Лондоне. Цель состояла в том, чтобы собрать видных деятелей сферы финансов, техники, правительства, венчурного капитала и стартапов в одном месте и обсудить развитие блокчейна и технологии распределенного реестра за пределами биткоина. Конференция проводилась 13 раз в разных частях земного шара – Нью-Йорк, Гонконг, Дублин, Амстердам, Вашингтон, Д.С., Сан-Франциско и Тель-Авив. Сейчас она пройдет в Вашингтоне, Д.С. во второй раз, и мероприятие в этом году обещает быть сверхдинамичным.